Всем привет, я Гарик, канал Гарик Дис. Сегодня я буду распечатывать посылочку из Китая. Ровно 30 дней назад я заказал в Китае на Алиэкспресс две видеокарты. Вот такую за $98.02 и вот такую за $94.64. Вот сегодня я получил посылочку. Здесь написано: графическая карта 750 Ti 2020W, количество 1 штука. Цена $34.21. Вот не знаю, как это китайцы так завернули. Сейчас мы все посмотрим. Почему пришла одна карта и почему написана не та цена, которая указана у нас на сайте. Так, открываем. Ага, значит, коробочки здесь две. Так, да, заморочились. Это нам уже не надо. Значит, все-таки коробочки две. Одинаковые на вид абсолютно. Все запечатаны. И это запечатано. Windows. Так, показываю, что здесь написано. Вторая точно такая же. Значит, еще раз, должно быть две карты. Одна черненькая, одна беленькая. Сейчас посмотрим. Почему я заказал две? Если мне понравится, я проверю обе, поставлю, протестирую. Если мне понравится, одну я оставлю себе, а одну я разыграю на нашем канале. Я думаю, розыгрыш мы проведем по генератору случайных чисел, скажем так, 1 мая. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, вам надо подписаться на канал, поставить лайк под этим видео и написать какой-нибудь комментарий. Например, хочу видеокарту. Вау! Значит, открываем пока одну. Эту пока закроем. Поставим сюда. Смотрите. Красиво. Перчаточки! Прямо китайцы заморочились. Круто! Поставили перчаточки. Вау! Надели их даже на какие-то картоночки. Неужели? Вау. Прикольно. Картоночки из заготовки под игральные карты. Оденем перчаточки. Да, ничего так. Даже на руке приятно. Прямо чувствуешь себя каким-то домушником. Так, и что тут? Девятка христовая. И валет червовый. Хорошо, да, перчаточки прямо класс. Так, в стороночку. Значит, так, переходничок на питание видеокарты. Два болтика для монтажа. Диск с драйверами. Графический адаптер написано. И больше никаких. Так, это все бросаем сюда. Это все ставим сюда. И вот сама видеокарта. Тут тоже заклеено. Я разрезаю. Открываю.
достаю. Так, это в сторонку. Ну как, похоже, очень похоже на то, что было анонсировано. Значит, у нас здесь написано GTX 750 Ti 2048 мегабайт DDR5. Тут у нас написано GTX 750 Ti 2048 мегабайт 128 бит DDR5. Made in China, VGA, DVI и HDMI. VGA, DVI и HDMI. Вы видите, да? Так, ну, так, на вид, то, что анонсировано, то и получили. Хорошо. Аккуратненько это все слаживаем сюда в коробочку. Накрываем. Закрываем. И вот так вот это все у нас пакуется. Так, хорошо. Переходим ко второй. Здесь должна быть вот такая. Смотрим. Открываем. Перчаточки. Опять же перчаточки. Два комплекта перчаток. Это просто сильно. Это уже я купил половину стоимости этой видеокарты. Конечно. Два болтика для монтажа. Провода питания. Диск. Точно такой же, как и там, графический адаптер написано. И смотрим. Так, видеокарта запечатана. Пленочка приклеена. Разрезаем. Открываем. Достаем. Ну, на вид тоже, да. Вот, внешний вид очень похож. Так, теперь смотрим, что у нас здесь написано. GTX 750 Ti 2048 мегабайт, 128 бит, DDR5. Так, GTX 750 Ti 2048 мегабайт, DDR5. VGA, DVI, HDMI. VGA, DVI, HDMI. Отлично. Значит, распаковочку мы провели, посмотрели, все прикольненько, все хорошо. Сейчас будем устанавливать и проверять. Значит, напоминаю, чтобы вам выиграть вот эту, именно вот эту видеокарту, вот эту черненькую, вам нужно быть подписанным на мой канал. Вы должны поставить лайк под этим видео и написать какой-нибудь маленький коммент. Розыгрыш еще раз. Я говорю, проведу 1 мая. В прямом эфире это вы все увидите на моем канале. Болтики крепежные я где-то потерял. А, вот они. Вот они, вот они. Перчаточки ставим сюда. Закрываем. Закрываем. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, ждите розыгрыша призов. Подпишись, детка, подпишись.